Доброе утро. Мы только проснулись, поэтому, скажем так, да, выглядим чудесно. Ну, впрочем, как всегда. А то. Планочки сейчас постоим. Все, масочку хорошо сделаем. Ага. Зарядочку небольшую. Что, мои дорогие? Да. Что, мои дорогие? Вот оно, еще одно утро в Крыму. Небо чистое. Тепло. Как настроение на душе такое же чистое, голубое. Красиво. Ой. Ну, тут вам много надо для настроения. Пожалуй, уверенность в какой-то программе сегодняшнего дня. Каждый же что-то планирует сделать. Я вам желаю, чтобы вы успели все сделать, что запланировали. Не планируйте ни какие-то вещи, которые вы не сможете сделать. Планируйте реальные, мечтайте о большом, и будем стремиться. Я пошла стремиться. Давай. Ну, а у нас чего? Еще один день начинается. В делах, заботах. Надо вот газ поменять. Кончился. Ну и все как всегда. Карусель с утра до вечера. Вот так вот. Обновляет Марина. Все расползается, стараясь, но вот как-то. Ну ладно уже. Это уже 3,5 года назад Алинка писала, все выгорело. Хоть и лаком покрывала. Вот. Сейчас лаком покрываем, еще там что бывает покроем. Ага. Между делом. Вот говорю, хорошо, когда творческие люди собираются. Да. А вы, говорит, не скучайте там. Ага. Присесть бы когда? Да, скучать некогда. Так. На моря надо ехать. А тут буквы пишутся. Да. Сейчас поедешь. Мои дорогие добытчики. Чего там вы? Куда волочь-то? Да куда? Куда? Саня знает, где снимал. Ну, поедем? Куда? В наш любимый магазин смотаемся. Ну, давай поедем сейчас. Бери камерку, поехали. Сейчас я обуюсь, я босиком. Угу. Восхищение с фисташкой. Мы здесь опять просто приехали в этот магазин. Вот это такое. Все какой-то Акулычев. Неизвестный вообще производитель. Для меня загадка. Так. Так. Что там такое? Курага с апельсиновой ногой. В моем понимании это сплошное дерьмо за такие деньги. Что это, шоколад, что ли? И я не ем. Это будет все. Все, чтобы не идти, нам не нравится. Не, ну я-то не ем не потому, что мне кто-то запрещает. Я не очень люблю это все. Вот они, мешки. Кто там? Я думаю, что местные тащат вот эти вот штуки мешка. Они стоят 31 рубль. Такие пакетища огромные. Заезжай, Женя, жду. Изюм. А даже платить некому. Изюм. Килограмм. Изюм килограмм 109 рублей. Не знаю, девчонки.
Яблоко сушеное, 500 грамм. Нотариус зовут Никита Николаевич. Давай, он у меня очень хороший. Пока, пока, мел. Мариночка, к кому пробиваться? Женечка, нет, к кому? Кого просить даже не буду. Так, что-то снимать? Не, я снимаю. Так, это смак для собак. Пища котов 9,90. Надо взять еще коту. Он так хорошо кушает, да? Хорошо кушает. С курочкой, а там все с курочкой, да? Ну ты хочешь, чтобы тебе еще с рыбкой с красной там. А вот была царская рыбалка, но ее, видимо, никто не открыл. Где рыбалка? А вот тут. Вот царская рыбалка. Что, там есть царская рыбалка? Пожалуйста. Вот видишь, вот спасибо. Пожалуйста. Никто ж не откроет. Кушайте, все сами. Уважаемые. Все сами, сами. Так, а что? Что у нас еще? Перец. Угу. Ну, тут всякие крылья, бедра. Ну что, нам тут ничего не надо? Угу. Слушай, какая прелесть в этом добавлять. Куда? Кофе. Не пьем мы кофе теперь. Почему? Вредно. Нет, а что полезно? Извините, пожалуйста. Больше хочется. Да, больше хочется. 300 литров на килограмм. Килы. Я не знаю этих. Сыр у нас дом навал, нам не надо, так, колбаса у нас есть. Я ж просто снимаю. Я говорю, я сыра не знаю производителя. Там два лежит на полу же. Ну и что, оно же все равно идет. Ты дашь кусочек на полу. Колбаски кабаноси. В Финляндии вы не ели кабаноси. Поэтому она здесь и подает в Финляндии. Вот там кабаноси. Ну вот это все, во всяком случае, хочу сказать, какие-то незнакомые черноморские производители. Поэтому я думаю, потихоньку попробуется все. Говядина халал. Из Калининграда везут халяльную говядину в Крым. А что, в Крыму некому делать? Говядину халяльную? Вот почем? А? А? Краментая. Вот почем оно, интересно? На кассе надо спрашивать. Хорошая же вещь. Крамойвы. Ну, это в сливочном соусе. Как тут? Это химоза. Ага. А вот это, наверное, хорошее. Так давай возьмем, попробуем. Как же тут холодно. Что такое рент? А его на хлебушке намазываешь, он очень вкусный. Нет, это такое, как рыбка, из рыбки, как паштетик там. Прям рент очень важен. Одна имитация говорит, ну вот, живая, ешьте. Ешьте. Если на красную денег не хватает, что делать-то? Кто мне скажет, что это? Продукт молокосодержащий с ЗМЖ. Вот у нас таких центр черноморских-то и не бывало. Чай, говорю, у нас таких центр и не бывало тут в Черноморске. Дорогие? Дорогой?
Наоборот, какой дорогой, ну, Марина. Копейки, вот кажется. Я про что и говорю. Даже по акции таких цен нет. 149 рублей вечер. Да у них акции тут на рубль скинут. Разговоров, блин. Никто еще не распознал, где это. Лапша. Макарончик. У нас я начала спагетти квадратный. Ты... Не хочешь квадратный? Я не спагетти. Ем вообще спагетти, не люблю. Нет, квадратный спагетти. Какая-то вещь. Вот рис мне нравится. Надо же макарон купить. Ты же просила погремушек сделать. А это хороший. Какой же дробленый рис, какой дешевый. А что ты из него делаешь, из дробленого? У нас же куры лёп. А, куры. Так что отсюда везти? Длиннозёрное не хочу, а круглозёрное. А уже круглозёрного нету, а был. А, вон он. Нет круглозёрного риса, ты подумай. Весь разобрали? Да, нет. Представляешь? Вот так. Вот только есть. Вот такой вот был шикарный круглозёрный рис. И его нету. Тут мы ржали, а его нет. Ну что, мне большой брать покупку? Ну так, а других-то нету. Такой был хороший крупный рис, обалдеть. Нету. Это длинный. А там посмотри, может, длинный где есть. Длинный, они, видишь, зеленые. Вот так вот. А сколько это рис? Там речка есть? Слушай, есть вроде еще у нас гречка-то. Возьму пакетик. Ну, так, надо вот что взять. Да, сода кончилась. Так. Вот еще у них кассирша завелась. А как они тут так озаботятся? 3 месяца испытательного срока. Это как? Тут только может завестись. Так, что здесь? Ариэли. Лоски, Ленор, 129, ну понятно, там средства гигиены, МИД, 70 рублей без 10 копеек. Всякое-всякое. Мыло жидкое, хозяйственное. Не знаю, щетка 10 рублей. Это значит, она столько и стоит. Мне бы, конечно, мне так жалко занавеску норвежскую, но она вся заплесневела за зиму. А это такое, ну ладно, потом куплю, если что, скатерть мажор. В чем мажор? Да. Ну, короче говоря, вот такие мажоры. Так, надо идти, а то Марина там на кассе. Нет, ну я хочу сказать, для Черноморска это, конечно, прорыв. Чего говорить-то?
припекает прям так. Вот как магазин открылся, ругаем, но каждый день туда ездим. Такая тишина на цыганском рынке на неделе. А завтра что будет тут столпотворение? Вот, так что сегодня я первый раз попробовала ската черноморского. Что вам хочу сказать, девчонки? Он такой нежный, похож, конечно, вкус немножко на камбалу, но он, во-первых, они небольшие размером, ну, такое нежное прям, вот такое нежненькое, вкусненькое, ой. А еще что же оно только выловленное было? Отмочили в воде, как там по рецепту положено, солью стерли вот этот, ну, с него сверху слизь вот эту. И все, и он прям такой нежненький. Вот, так что вкусная рыбка. Спасибо Саше нашему. Поймал нам 3 штуки. Попробуй, вот. Послушайте. И поймали тебя за пивом в очереди стоит. Ой, только ищет. Где человека поймать? Да, я люблю пиво. Эль, Пина Колада, Голубая Лагуна, Мохито. Это все моя фишка, да? Брешет. Да, вообще выпиваю. Какие алкоголь? А сама квас пьет. Это мы мальчишкам. Ну, если бы я выпивала, я бы не стала открывать. Ну и что? Каждый сам выбирает. Со здоровой печенью умереть или с большой толстой. И подальше, чем умирать. Печень же тоже не такая. Скат жарится. Томится. Саша наловил их. Ох. Вот еще один, да. Вот. А вот еще маленький. Дашка рядом, ты не понял. Он больше его надо. Это, оказывается, это деликатес. А я вот думаю, их вообще не едят. Кого? Ската. Это же деликатес. Ну вот теперь-то я знаю. Знаешь, такой специальный. Ага. Не думайте, что я сижу. Я тоже делом занимаюсь. Вот гипсом голову покрываю бинтами. Что-то сделаем. Голову напишу, надо покрыть. А вон там в кустах у нас Сергей сидит. Затаюсь. В тенечке. Затаился, Марин говорит. Ну, сейчас самолет сядет, позвонит, может, задержались. Мало ли чего. Only to move when the tide is...